Очень интересную самоделку показал наш постоянный покупатель. А эти колесики все сделано из подручных средств, как говорится, из того, что было. Видите, этот бак от старой стиральной машины. Колеса, они были в комплекте с мотоблоком. Грунтозацепы стандартные. Больше никаких специальных запчастей. Все сделано из подручных средств. Обратите внимание, спереди утяжелители для того, чтобы облегчить подъем сажалки при разворотах. Картошку лучше расставить заранее по полю, чтобы досыпать в бункер. Сейчас вы увидите с другого ракурса, как именно картошка захватывается и подается. Фишка еще и в том, что человек одной рукой снимал, а второй рукой управлял мотоблоком. Это говорит о том, что когда правильно настроено навесное, мотоблоком управлять легко. К обычной цепи приварены металлические кольца, которые уверенно захватывают клубни картофеля. Опа. Несколько более детально вы можете рассмотреть на фотографиях. Все элементы конструкции довольно простые, но в итоге получился довольно достойный агрегат.